Ladies and gentlemen, you know that from today the eyes and the interest of all chess world is in Moscow and this tournament is the biggest chess festival in the world. Дамы и господа, вы, конечно же, знаете, что этот турнир, который проводится сейчас в Москве, является крупнейшим вообще соревнованием по шахматам в мире. This is why all international organizations like FIDE, like European Chess Union, is supporting this event with world and European competitions, because it's so important for all of us. Именно поэтому международные шахматные организации, такие как FIDE, Европейский союз шахматистов, оказывают всяческую поддержку этому соревнованию, потому что этот турнир очень важен для нас. I want to say that there is a very special thanks to the University RCU and Mr. Director Mr. Kocinok, because this year we had the opportunity to invite a big delegation from Greece and Cyprus, because this year is in Russia the Greek year and in Greece the Russia year, and we have many a lot of cooperation. Хочу отдельно поблагодарить РГСУ и руководителя РГСУ госпожу Кучинок за возможность пригласить на этот турнир участников из Греции и Кипра. И вообще хочу сказать, что по линии шахмат между нашими странами поддерживается большое сотрудничество. And today the deputy ambassador of Greece was here in the morning in the university and we discussed with Ms. Kuchinok many plans for the future. And personally, I also discussed with him how we will make even easier the process of visa for all Russian chess players. And we will have a meeting next week in the Greek embassy about this. И хочу сказать, что сегодня заместитель руководителя посольства Греции в Москве встречался с госпожой Кучинок, они как раз обсуждали детали, связанные с налаживанием сотрудничества по линии шахмат между нашими двумя странами. И также на следующей неделе будем обсуждать визовые модальности, связанные с облегчением визового режима для участников этого сотрудничества по линии шахмат. Congratulations to all organizers and good luck to all participants. Хочу поблагодарить всех организаторов и пожелать удачи всем участникам. Я не знаю,